Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Инстаграм видеозаписью, на которой девушка в толпе после концерта просит его о поцелуе. Девушка за кадром говорит о том, что она уже 20 лет мечтает поцеловать его в щечку. После этого она добавляет, что у нее деловое предложение к Киркорову. А к разврату готовы? Под конец спрашивает фанатка, чтобы хоть как-то привлечь внимание певца, но он, судя по всему, даже не слышит ее. В конце записи Киркоров уходит из кадра, а девушка прощается с ним и благодарит. Каким образом видео попало к музыканту, неизвестно. Однако он решил поделиться им с другими фанатами. Ну а вот такое непристойное деловое предложение получил после концерта в Екатеринбурге. Как вы думаете, соглашаться? Написал под видео поп-король отечественной эстрады. В комментариях некоторые из подписчиков пожалели Киркорова, отметив, что выносить такую славу, наверное, непросто, другие же наоборот, отметили, что общение с поклонниками его работы певец мог бы иногда позволять поцеловать его и уделять больше внимания фанаткам.